We are the leaders in global breaking news. This is BBC World News. I'm Asha Madeira on top story. Emergency services in the United States are braving the winds of hurricane storm to try to reach those trapped by rising floodwaters. We're still expecting rainfall amounts of 20 to 30 inches, some isolated spots to 40 inches. Evacuations in the northern Philippines with thousands there seek to escape a super typhoon Mangkhut. Also in the program, President Trump's former campaign manager, Paul Manafort, agreed to cooperate with the U.S. Special Counsel, Robert Mueller, as part of the program. Hello everybody, it's so good to see all of you here, all of you present. So this is the conversational English class, and what we do here is we just talk. So in order to talk, you need to give me your Skype names, and I will connect with you through Skype. So please provide your Skype names. Это разговорный и только разговорный урок английского языка, то есть все, что я умею разговаривать, я не умею читать лекции. Я жду только от вас вашего скайпа и вашего микрофона включенного, и мы начнем с вами говорить. Говорить мы будем о подготовке к устной части экзаменов, экзамена ЕГЭ, экзамена IELTS, экзамена FCE, какого угодно. Самое главное, что это устная часть экзамена. Пожалуйста, ваш скайп или любые способы, как подключить ваш микрофон. Мне нужен только ваш микрофон, мне не нужно изображение ваше. Пожалуйста, как можно быстрее, для того, чтобы не терять время. So, this is a conversational English practice, and if you want to get prepared for the English examination, the speaking part, so please provide your Skype name and I will connect with you as soon as possible and we will start talking. Пожалуйста, для всех присутствующих, на протяжении 5 лет мы проводим каждую пятницу бесплатные разговорные уроки английского языка. Пожалуйста, пришлите ваш Skype здесь в чате. Если будет очень сложно, можно попробовать соединиться по WhatsApp. Но в WhatsApp вы знаете, что нет конференц-звонка, поэтому все равно нужно будет Skype. Все, что мы здесь делаем, мы здесь только говорим. Вы можете проверить по всем видеоотчетам, которые выложены на нашей странице. Пожалуйста, жду ваших микрофонов включенных, жду ваши скайпы. So this is the conversational English practice. My name is Vladimir, and for 5 years now we've been doing this conversational practice English classes. Please provide your Skype name, write down your Skype name in the chat section, and I will connect with you via Skype. And we will start the conversation. The conversation about your getting prepared for the Russian national exam or the FCE exam or IELTS, whichever exam you want to, the speaking part. Добрый вечер всем. Еще раз, пожалуйста, здесь есть уже люди, которые присутствовали у нас на уроке. Я вот вижу Матвей, я вижу Милана, которые знают, что мы только говорим здесь, я не читаю лекции. Пожалуйста, побыстрее подключайте свой Skype, давайте Skype, давайте WhatsApp, и начнем с вами разговор. This is a conversational English practice, so let's start talking. I'm just waiting for your Skype names. Пожалуйста. Okay.
Еще раз напоминаю, вы ничего совершенно другого не дождетесь. Я не читаю лекции. Я только жду, когда кто-нибудь подключит свой скайп и когда я смогу начать разговор. Все, что я умею разговаривать с людьми, больше я ничего не умею. Я вас готовлю только к разговорной части экзамена. Пожалуйста, подключайте свой микрофон через скайп или через WhatsApp. Давайте свой WhatsApp, давайте свой скайп, и мы начнем с вами наше занятие. Друзья, это разговорный английский урок. Мы здесь только разговариваем, больше я ничего не делаю. Разговариваем мы на тему о разговорной части. Как подключиться? Еще раз, Ульяна, дорогая, повторяю, могу написать. Напишите свой скайп. И в скайпе должен быть микрофон. Okay, so this is a conversational English practice. The only thing which I do here is I talk with people. So that is why please give us your Skype name. Write down your Skype name in the chat section and I will connect with you and we will start the conversation. The conversation for getting you prepared for all types of the exams, the speaking part. The speaking part of the Russian national exam, of the FCE exam, IELTS exam, TOEFL exam, whichever exam you need to get prepared. Для того, чтобы начать с нами разговор, для этого нужно написать свой Skype, и я соединюсь с вами. Можно написать свой WhatsApp, но в WhatsApp, вы знаете, только один на один получится разговор. Все остальные все равно придется по Skype только говорить. Пожалуйста, мне нужны ваши микрофоны. Мы предоставляем вам уникальную возможность, вы больше нигде не найдете в интернете. Такого, чтобы люди давали вам возможность говорить. Пожалуйста, воспользуйтесь вашей возможностью, уникальной возможностью. Вам дается возможность говорить, оттренировать свою разговорную практику. Пожалуйста, подключайте свои микрофоны, давайте свой Skype. Okay, so this is a conversational English practice class, and please provide your Skype name for 5 years now. We've been doing these classes every Friday, free of charge, for helping you to get prepared. Okay, Milana, let's start. All right. So just hold on, I will... come into Skype. Hello, Milana. Hello. How are you doing? I'm good. What's new? I passed Russian national exam of English in June. Okay, and what was your score? I got 70 points. Okay, that's really good. So can you share a little bit, how was it? It was good, but
I tried to write essay to item about digital literacy is a key to success in any occupation. Okay. Yeah. I got not zero, I got 2 points. And why is that? Because I don't know advantages and disadvantages. I knew about literacy, but... Very good. But it was too difficult for me. I don't know. What was difficult? What should I write? Okay, we can talk a little bit about that, and maybe people here will help you. Okay, just hold on. I will try to start. So what I want for everybody to see, Milana is talking about the Russian national exam this year. Russian national exam this year, which means the year 2018, and the essay topic was digital literacy is the key to success in any occupation. Okay, so maybe you know that this was the topic of the essay this year. So let's talk about that. That's a good point for us to talk. So first of all, believe me that lots of people this year just lost many points from their total score of the exam because they didn't understand the meaning of this sentence. So first of all, will you please give me a good Russian translation of this phrase? Who can help us? A good Russian version, Russian translation of this phrase. Can you think of it? All right. So I will do it like that. Okay. So and you said that you didn't know what to talk about. So let's ask the people present if they can help us. So, yeah. Fox Mountain, right. Yeah, I will just, hold on. I want to connect with Matthew. Okay. So, Matthew. Yeah. I'm calling you, Matthew. Please answer. Hello, Matthew. Can you hear me? Excellent. Very good. So say hello to everybody. Hello, everybody. Okay. Yeah, very good. And what I want you to do is I want you to just get to know Milana. And just to make a very short conversation, what would you want to learn about each other? Please introduce yourself or say a couple of words about yourself. Just meet each other. Milana and Matthew, please do. Hello. Hello, Milana.
How are you? How old are you? I'm 17 years old and I'm pretty. Are you at 11th grade? Mm-hmm. I'm at 10th grade. Okay. 10th grade. Mm-hmm. And I graduated from high school in recent. Repeat your question, please. I didn't get it right. What are your hobbies? What do you like to do? I like to read some popular science books and many literature, especially Russian literature. It helps me in my literature studies. Okay. As for me, I like running shadows. What is that? Running shadows. Ah, okay. Yeah, that's Matthew. The her meaning is hurdles. Okay, I will write it for you. Hurdles. Yeah, and if you don't know this word, you can just check on, look up in the dictionary after the class. Okay, very good. I just want to join your conversation and I just want to ask you, just guys, tell everybody where are you from? I'm from Urals, mm-hmm. from the town of Nizhny-Tagil. And it goes close to Sochi in the town Novorossiysk. Okay, very good. So, and the question to both of you is about this Russian national exam and about this topic, digital literacy. So, Matthew, do you have any ideas? What would you talk about if you just somehow got this topic for the essay? What would you talk about? Because you know that what happened to Milana, she wrote an essay, but she's got the so-called technical zero because they didn't accept her reasoning, her explanation. So that's why we are here to discuss. If you got this topic, what would you say? First of all, I should say that I disagree to this statement yep. because I think not every occupation is so directly related to digital literacy and information technologies that it can provide success in this occupation, in this kind of occupation. Mm-hmm. If you are office worker or take up some occupation related to information technology, it may be key to success in this occupation. But for many other occupations, such as, for example, teachers' occupation, there are some other capabilities needed, mm-hmm. not only digital literacy. Okay. Well, maybe, you know, we have people in our classroom. Maybe I took 2 points. Okay, I understand. 2 points, not a zero, 2 points. Yeah, but that's almost the same, like zero. All right. So, Milana, what would you say? It's still you cannot think of any good reasoning, any good arguments. I am completely convinced. Can I read my essay? Well, that's not. Part of my essay. Yeah, if you want to, you can definitely. Why not?
I wrote on exam, I am completely convinced that people who have a good knowledge of using computer will make their life more easier. To begin with, their job will be faster. However, which is why many employers will need employees will need less I don't understand. Your own handwriting, that's very interesting. Milana, you can just send us the picture and we can read it ourselves. You can post the picture in the Skype and I will immediately show it for everybody. That will be much easier for everybody to read. Okay. Yeah, please do. So, and everybody present in the classroom, if you have any ideas, you can type your ideas, your arguments in the chat section, because you know that this year it was a big issue, a greatest challenge for most of the students, I mean for most of the people who graduated from school this year, what to write, because this topic for the essay was real hard. Believe me, I know that for sure, because lots of private tutors were strongly against this topic, and they sent their claims to the Ministry of Education of the Russian Federation, and there was lots of conversations about exactly this topic. I know this for sure. So, if you have any ideas and you want to share with us, please do. Milana, have you sent it? I tried to. But that's easy. You just, you know, drag and drop, we call it. You just drag the file and drop it here in the chat section of the Skype. Yeah, you see, you have here pictures, add files. Yep, thank you so much. Excellent. But I think that you have two pages, right? Yeah. And how about another page? So I think this is to download, right? How can I? I just want to download. I got 6 points of letter. Yeah, but this is on the essay. I think that our essay should be 2 pages, no? Okay. So they say that computers to do a lot of harm for people. Let's discuss this frightening problem. I'm completely convinced that people who have a good knowledge of using computers will make their life more easier. To begin with, their job will be faster. Moreover, that is why many computers will need less employees for job. The quality of work become better. Educational system, medicine, and soon digital literacy will become more and more popular. Companies will get a lot of money from such work. Okay, yeah, I understood. I don't need to read further on. Okay, Milana, I'm so sorry, but we have to switch into Russian, because it's necessary for us to understand what we've been doing. Итак, компьютерная грамотность или цифровая грамотность ведет это ключ к успеху во многих профессиях. Но давайте попросим Матвея. Матвей, порассуждайте на эту тему по-русски. Так, чтобы это получилось сочинение. Так,
одной стороны, многие считают, что компьютерная грамотность – это ключ к успеху в любой профессии. Но существует противоположное мнение. Матвей, я извиняюсь, но я вас перебью. Почему? Потому что у нас закончится урок, и мы можем не все сделать правильно. Милана, вы не подскажете, как мы обязаны начать сочинение? Матвей перескочил через один этап. Нет, я прошу вас сейчас по-русски, потому что по-английски вы запутались в том, что вы написали. Поэтому я и хочу, чтобы вы распутали все то, что вы думали, и четко представили себе, как нужно было сделать по-русски. Итак, первый этап. Что мы должны делать? Сегодня... Милан, одну минутку, еще раз. Я очень извиняюсь, что я перебиваю. Как называется первый этап сочинения? Поставить проблему. Да, переформулировка проблемы. Пожалуйста, переформулируйте проблему. Ну, давайте попросим Матвея, раз у вас затруднения. Матвей, пожалуйста, как вы переформулируете проблему? Матвей, пожалуйста, по-русски. Пожалуйста, по-русски. Я же вам сказал, что мы сейчас... Пожалуйста. В настоящее время... информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Многие считают, существует мнение, что дальнейшее использование, расширение их использования сможет облегчить труд представителей многих профессий. И что умение использовать информационные технологии помогут достичь успеха в любой профессии. Хорошо. Милана, может быть, вы свою формулировку дадите? Я не знаю, честно. Вы не можете переформулировать тему сочинения, то, что цифровая грамотность сегодня является ключом к успеху? Другими словами, можете сказать это своими словами? Компьютерные технологии это неотъемлемая часть нашей жизни. Они дают много преимуществ в разных деятельности человека. Хорошо, достаточно. Итак, вы сами понимаете, неотъемлемая часть, много преимуществ. Это уже тяжелая лексика, но ничего, это мы будем об этом дальше говорить. Самое главное, что переформулировка меня устраивает. Я бы мог со своей стороны что предложить еще, что сегодня мы живем в таком мире, в котором жить без того, чтобы разбираться в компьютерах, просто невозможно. Хорошо, и второй этап какой у нас должен быть? Написать свое мнение. Да, то есть, Матвей, вот то, куда вы перескочили, сразу же после того, как мы сформулировали это мнение о том, что... Многие люди считают, или мы считаем все, что без знания компьютерных технологий сегодня прожить невозможно. После этого мы должны четко обозначить свое мнение. То есть вы за это утверждение или против. Итак, пожалуйста, то есть вы должны совершенно четко сказать. Я считаю, каким образом вы относитесь к данной теме. Ну, Матвей, пожалуйста. Все по-русски, Матвей, все по-русски пока. Я потому что я вам сказал, видите, в сочинении все запутано только из-за того, что вы решили сразу идти по-английски. Это очень хорошо, что вы идете по-английски, но только после того, когда создана колоссальная база. Понимаете? Когда у вас есть хороший фундамент, а так, вы понимаете, это будет просто путаница, набор красивых фраз, типа того, что как вот здесь вот... я абсолютно убеждена и так далее и тому подобное. Для того, чтобы начать,
для начала и так далее. Это все набор клише, которые хороши только тогда, когда есть мысли. Тогда мысли организованы. Когда мысли не организованы, вам эти клише не помогут. Поэтому мы по-русски, когда разговариваем с вами, вот по-человечески, мы очень редко употребляем эти клише. Мы к ним вернемся, к этим клише, мы поговорим. А сейчас просто вот чисто по-человечески в разговоре со мной, с учителем, вы выразите свое отношение, вы за или против? Я не согласен с этим утверждением. Угу. И дальше аргументы. Да, я лично, подождите, я лично не согласен с этим заявлением. А, Милана, ваша точка зрения? Я тоже не согласен с этим заявлением. Но ты написала, что ты согласна. Вот, Милана, отсюда все начинается. Я не знаю, что писать. Ну вот я тебе поэтому и даю сейчас возможность все это обдумать, понимаешь? Да. Чтобы в следующий раз у тебя такого не получилось. Но ведь, понимаешь, смысл этих сочинений заключается в том, чтобы подготовить вас к будущему написанию диплома, к будущему написанию, может быть, диссертации и так далее. Почему? Потому что принципы написания сочинения, вы же знаете, сочинение – это повышенный уровень. Это не уровень для каждого человека. Не требуется, не обязательно для каждого человека сдавать сочинение. Вы же знаете это повышенный уровень. Раз повышенный уровень – это повышенные требования. То есть мы сразу считаем, что вы человек, который пишет сочинение, он дальше пойдет писать дипломную работу в высшем учебном заведении, он будет писать диссертацию и так далее, и так далее. Вот для чего нужно это. А у всех научных работ одна и та же структура, во всем мире абсолютно одинаковая. И мы пытаемся вас научить этой научной структуре, больше ничего, так сказать, протоколу, как написать научную работу. Хорошо, значит, первое, вы помните, переформулировали проблему, второе, четко обозначили, вы за или против. Итак, вы оба сказали, что вы против. Но, как говорит Матвей, пожалуйста, если вы возьмете меня, то я, конечно, за то, что без компьютерной грамотности сегодня прожить невозможно. Итак, пожалуйста, Матвей, ваши аргументы. Firstly, no, по-русски, конечно, Матвей. Да. Не во всех профессиях абсолютно необходима компьютерная грамотность. Во всяком случае, даже неправильно выразился. Ничего страшного. Во многих профессиях, почти во всех профессиях нужно еще какие-либо навыки, кроме компьютерной грамотности. То есть она сама по себе не гарантирует успеха в любой профессии. Uh-huh. Она может приносить только какой-то определенный успех в профессиях, связанных непосредственно с информационными технологиями. Ну, вы помните, что по плану у вас требуется два аргумента. Почему? Потому что считается в научных работах, что одного аргумента недостаточно. Ну, мало, понимаете, один аргумент может быть, он может быть колеблющимся таким, нестойким, а уже если вы приводите два аргумента, то это уже вы свою позицию как бы достаточно четко поддержали и выразили. Еще один аргумент у вас есть? Если нет, то мы послушаем Милана, а вы пока подумаете. Хорошо? Нет, сейчас не подумаю. Давайте думайте пока, и мы Милана слушаем. Милана, и так вы тоже против этого, ваши аргументы. Человек может быть профессионалом своего дела и без знаний цифровых технологий. Если человек не молод, но все равно профессионал, то другое поколение должно помочь. Нет, подождите, Милана. Здесь, смотрите, здесь важность в чем заключается. Вы обратите внимание, у Матвея это было. Вы сказали, что человек может быть профессионалом без знания компьютерных технологий. И здесь нужно обязательно объяснить свою мысль, то есть лучше всего привести пример. Ну вы объясните, потому что вот смотрите, чисто по-человечески, я вас не понимаю. Я вот как обыкновенный просто собеседник с вами, на улице встретился с вами, разговариваю, я не понял вашу мысль. Поясните вашу мысль. Если человек не молод, но он профессионал,
молодое поколение одарено помогать им с технологиями. Ну хорошо, хорошо, интересная мысль, хорошо. Матвей, может быть, вы скажете? А Милана, вы думаете над вторым аргументом? Который мне удалось придумать, это возможное отвлечение от непосредственного исполнения служебных обязанностей из-за как раз, может даже переизбытка той самой компьютерной грамотности. Например, использование социальных сетей на рабочем месте и прочее. Хорошо. Милана, у вас есть что-нибудь? Нет. Вот нужно, Милана, поймите, что для чего нужно два аргумента. Один аргумент – это зыбкая позиция. Понимаете, вы не убеждаете меня. Вот, ну, я же перед вами сижу, человек, я вам сразу сказал, я вашу позицию не понял. Понимаете, вы стали мне объяснять, и она такая, ну, как мы говорим, мутноватая ваша позиция. Вот если человек взрослый, то он может без компьютерных технологий может быть очень хорошим профессионалом, а пусть в компьютерных технологиях ему поможет молодое поколение. Понимаете, ну, где-то я с вами согласен, но не убедили вы меня до конца, я не вижу полностью вашей позиции. Для этого нужен второй аргумент с другой стороны. Понимаете, чтобы не только одна какая-то часть была, еще другая сторона была. Вот Матвей немножко как бы здесь продвинулся в этой стороне. Ну, Милана, может быть, что-то еще есть? Просто вот для того, чтобы меня убедить. Нет. Ну, хорошо. Тогда потом подумайте еще дома. Хорошо. Теперь... Но мы прекрасно знаем, что существует противоположная точка зрения. Точно так же, вы знаете, мы приводим два контраргумента в защиту тех людей, которые думают по-другому, не так, как вы. Почему? Дело в том, что основой всей научной работы является, говорят, что сказал это Гегель, но нигде это не подтверждено, так называемая теза, антитеза, синтез. Что это значит? Теза – это утверждение, антитеза – это противоположное утверждению, то есть плюс на минус в результате дает вам новое качество. То есть посмотрите, логика научной работы в чем заключается. Если вы что-то изобрели и рассказываете о положительных сторонах и отрицательных сторонах, а в конце показываете, что положительные стороны больше, чем отрицательные, у вас появляется новое качество, как говорил Гегель. Появляется новый продукт. Вот в чем суть научной работы, вот в чем суть вообще любого сочинения. Понимаете, конечно, никто, вы можете себе представить, от вас фактически на экзамене требуют открытия научного. И я понимаю, что это чрезвычайно сложно, все ясно, но если вы не сделаете это открытие, хотя бы вы должны соблюсти формальный, формализованный порядок вот этого всего. То есть... Одна точка зрения, противоположная точка зрения, но ваша точка зрения сильнее, и в результате вы даете новый продукт. Вот попробуйте с этой стороны дать противоположную точку зрения. Матвей, пожалуйста. Многие люди также могут возразить, что включение... информационных технологий в профессиональные, нормально, все хорошо. Профессиональные процессы, слишком зумно, ладно. Да, нормально, все. Я вас. Профессиональный процесс, скажем, учителей может помочь им достичь больших успехов в своей работе. Так как вот эти вот самые информационные технологические методы помогают. Более наглядно объяснить, например, урок с помощью... А вы не боитесь... Матвей, вы не боитесь, что ваши контраргументы будут сильнее ваших аргументов? Вы их сможете побить? Вы же не забудьте, что вам то, что вы сейчас сказали, вам нужно побить это? Да, я это помню и попытаюсь. Хорошо. И может быть еще один контраргумент? Ну,
Хорошо. А если он будет контраргументом к второму моему аргументу? Пожалуйста, ради бога. Так. Во-вторых, возможно, техническими средствами заблокировать доступ к нежелательным на блоке ресурсам. Хорошо. И давайте теперь, Милана, пожалуйста, ваши контраргументы. Существует другой тип людей, которые думают по-другому. Ну, которые имеют противоположное мнение. Они считают, что компьютерные технологии делают любые работы проще. Хорошо. Еще один аргумент. Они компьютеры. Смогут делать сложную работу быстрее, чем человек. Хорошо. И теперь подводим итог, то есть мы должны разбить эти контраргументы своими собственными первыми аргументами. То есть должна появиться единая стройность. Понимаете, единая стройность, все вытекает одно из другого и приходит к концу, к тому же самому, с чего вы начинали. А с чего вы начинали? Вы согласились или не согласились с общей темой сочинения? Ну, Матвей, пожалуйста, разбивайте аргументы. То пользуясь технологией, учителя не смогут заменить эти знания. Вот нет, Матвей, все правильно, но стройность теряется уже, понимаете, начали с одного, ушли в другое. За это вы знаете, что вы за это пенализируетесь, то есть наказываетесь. Вот. Но ничего, второй аргумент. Мы с вами еще, просто времени не хватит, мы с вами поговорим еще на это, и вы дома подумайте. Стройность, самое главное то, от чего от вас требуется, стройность. Второй аргумент. Завел себя. А как? Завел себя в тупик, да? Тупик, тупик. Ну вот. Да нет. Хорошо, да. Ладно. Вы поймите, да. Если вы, да. Сейчас, да. Если вы сейчас на совершенно здесь нет никакой стрессовой ситуации, это не экзамен, если вы сами себя настраиваете на то, что вы заводите себя в тупик, то в реальном экзамене будет гораздо сложнее. Вы понимаете, отрицательные установки для самого себя, вы же закрываете мозг, мозг у вас думать не будет. Нужно в любом случае, что бы ни происходило, нужно наоборот говорить, что я выведу сейчас все на правильную линию, возвращу сейчас все в хорошее русло и так далее. Давайте, потому что получалось у вас все хорошо. Ага. Можно, конечно, так сделать. С другой стороны, опять же, многие методы блокировки доступа к нежелательным рабочим ресурсам можно обойти тем или иным образом, чем работники излишней по корпоративным меркам компьютерной грамотности будут пользоваться. Хорошо. Милана, вы, пожалуйста.
Разбиваем контраргумент. Я не знаю. Ну вот видите, я не знаю. Хорошо, Милана, значит, смотрите, здесь, конечно, дело, все дело только в тренировке. Понимаете, ну вот все обучение ведется каким образом? Сначала вам показывают пример, а потом вы этот пример повторяете несколько раз так, что он доводится до автоматизма. Я вам сейчас приведу пример, причем вы просто на тот урок не попали. Сайт BBC дает пример сочинения. Он не совсем соответствует российским меркам, но тем не менее... Он настолько простой, этот пример, что вы можете скачать его, и вы можете... Оно очень короткое. Почему это сочинение короткое? Потому что по нему очень легко учиться. Понимаете? Я вам его сейчас прочитаю и переведу. Почему? Потому что здесь есть некоторые моменты, которые... Ну, как сказать, культурологического характера, то есть фоновые... знания, которые вы можете, ну, не вспомнить сразу, понимаете? Поэтому я, чтобы сократить время, вам это сделаю. Итак, являются ли видеоигры хорошим способом к тому, чтобы поддерживать себя в форме? А, ну, для этого, вот для того, чтобы прежде чем говорить о сочинении, для этого, я сказал, нужны небольшие фоновые знания. Если вы знаете, существуют такие компьютерные консоли, компьютерные приставки, ну, как, например, Wii, то есть WII. Может быть, вы знаете такую? Не знаете, да? То есть она чем заключается? Это такая приставка, в которой вы можете как в реальности играть, допустим, в теннис. То есть вы стоите перед телевизором и размахиваете руками, а на экране телевизора у вас рука с ракеткой бьет по мячику. Рядом с вами или в соседней комнате, или в квартире в чужой играет ваш друг против вас. Он точно так же стоит с ракеткой и отбивает ваш мяч. Видели вы такие игры? Не слышала. Ну вот видите, вот поэтому я вам сказал, что нужно рассказать. Точно так же там играют в баскетбол, точно так же там играют в бокс, точно так же там играют в гольф. Точно так же там играют в кегли и так далее. То есть, представляете, вы стоите у себя дома, в комнате, и играете в кегли. То есть, вы размахиваетесь рукой и швыряете, хотя вы на самом деле ничего не швыряете, а на экране телевизора виден ваш размах руки, и куда полетел мячик, и какие кегли он сбил. Ну, поняли, да? Да. Вот, называется она WII, эта приставка. Вы можете в интернете найти ее, посмотреть и так далее. А, Милана, вы поняли, да, о чем идет речь? Да. Итак, являются ли видеоигры вот такого характера хорошим способом поддержать себя в форме? А сегодня многие тинейджеры имеют множество видеоконсолей дома, и они очень часто играют в активные видеоигры. Они хороши для вас по целому ряду причин. Прежде всего, я думаю, что активные игры – это хороший способ поддержать себя в форме. То есть вы видите, сначала была переформулирована проблема, а потом был дан ответ, как человек думает по этому поводу. Существует огромное количество типов упражнений, которые вы можете делать, такие как баскетбол, или водные лыжи, или танец. И что еще, вы можете играть в них прямо в комфорте своего собственного дома. То есть представляете, там и танец может быть, там и водные лыжи могут быть и так далее. То есть человек описывает саму по себе ситуацию, что происходит. Дальше. По моему мнению, эти игры, они приносят большое удовольствие, они интерактивны, потому что вы можете играть в них вместе со своими друзьями. Вы можете играть онлайн, и вам совершенно не нужно находиться в одном и том же месте, когда вы играете со своим другом. В дополнение, вы можете играть где угодно. Некоторые люди думают, что заниматься физическими упражнениями лучше всего на улице, на свежем воздухе.
Хотя, посмотрите, это некоторые люди, противоположная точка зрения. Значит, он считает, что видеоигры, вот подвижные видеоигры дома, это самое лучшее. Но он говорит, что некоторые люди считают, что лучше всего делать физические упражнения на свежем воздухе. Дальше он говорит, хотя это правильно, но на самом деле достаточно трудно будет играть, когда идет дождь или когда страшно жарко. И вот в этот момент видеоигры являются отличной альтернативой, отличной заменой. Суммируя все это, я считаю, что видеоигры – удовольствие и общественный способ, как поддержать себя в форме. Я думаю, что они являются очень хорошей опцией, когда вы не можете, то есть выбором возможностей, когда вы не можете играть на улице. И они могут вдохновить многих людей делать больше упражнений. Как видите, убита тема. То есть вы несете сверхзадачу, вы несете идею, вы несете новое качество людям. Люди, которые сидят сегодня дома перед экранами компьютеров, перед экранами телевизоров, им этот ученик предлагает выход. Пожалуйста, вы можете сидеть перед своим любимым компьютером, перед своим любимым экраном телевизора, но вы можете двигаться с огромным удовольствием. Не забудьте об этом. Это принесет вам пользу. Понимаете? Тема убита. Полностью возразить невозможно. Посмотрите, какая стройность полностью во всем произведении. Вот можете использовать, я выложу, как всегда, на свою страницу, вы можете использовать ее для того, чтобы написать сочинение. Еще раз повторяю, весь подход к написанию сочинения следующий. Вы берете пример, хороший пример, обязательно на английском языке, на подлинном английском языке. Несколько учебников дают вам такие примеры сочинений. Или ищите в интернете, но на правильных сайтах. Какие это правильные сайты? Это или Cambridge, или Oxford, или BBC on Learning English и так далее, и тому подобное, вот такого типа сайты. То есть те, которые имеют очень хорошую репутацию. Но не российские, конечно, переводные сайты, никаких «Решу ЕГЭ» и так далее, и тому подобное. То есть только подлинные, аутентичные, как мы говорим, тексты. И как вы видите, это сочинение не для российского ЕГЭ, но тем не менее вы можете его найти в интернете, оно называется Opinion Essay, то есть сочинение выражения своего мнения. Вот такие вот вещи, и после этого, после того, как вы находите правильные примеры, вы начинаете эти примеры правильные повторять. То есть вы начинаете использовать те обороты речи, которые здесь используются. А потом уже отсюда вы приходите к тем самым клише. Почему? Потому что вам эти клише начинают нравиться, и вы начинаете их использовать в своей каждодневной, постоянной речи, а не из-за того, что вас заставили написать сочинение. Вот такая вот схема, такой подход к написанию сочинения в любом экзамене. Okay, maybe you have questions, может быть, вопросы есть у присутствующих в зале. Давайте посмотрим. No, nobody asked anything. Ну, пожалуйста, может быть, у вас есть какие-то вопросы, пожелания, замечания по данному поводу. Матвей, что скажете? Ну, предположим, нет замечаний, но я на сайт BBC. BBC Learning English зашел, то есть поискал opinion essay, и nothing finds. А, ну я же взял это оттуда. Вот это вот сайта BBC, я вам дам ссылку. Я взял это оттуда, opinion essay, с BBC English. Буду благодарен. Конечно, конечно. Я обязательно после занятия я вам пришлю ссылку. Значит, вы как-то не совсем ищете. Еще, пожалуйста, Милана, что вы скажете по данному сочинению? Здесь просто автор объясняет свое мнение. А я поняла, что я просто не умею общаться и
выражать свои мысли, я не умею их формулировать. Потому что, когда я общаюсь в августе, приезжаю в Михаил Крёстный, он американец. Я понимаю его, он понимает меня, я могу спокойно говорить, но общаться я не могу. Да нет, Милан, во-первых, мы общались с вами по-английски, несколько раз вы заходили к нам на уроки, и у меня никаких проблем с общением с вами не было. Я считаю, что все, чего вам не хватало объяснения вот этой вот структуры, хотя она везде совершенно есть, везде выложена. И объяснение того, как человек доказывает свою точку зрения, ну посмотрите, по этому сочинению, ну нечего возразить. Понимаете, это сочинение считается, что оно закрыло тему или раскрыло тему, тогда, когда у проверяющих нет вопросов. Тогда, когда у проверяющих не к чему придраться. Ну, человек, посмотрите, задается вопрос, хороший ли способ видеоигры подвижные для того, чтобы держать себя в форме. Ну, что здесь скажешь? Человек полностью убил тему. То есть, мало того, что он сказал, что, как быть, ну да, понятно все, что все говорят, нужно двигаться на свежем воздухе. Все эти, так сказать, красивые слова. А что вы будете делать тогда, когда пойдет дождь, когда будет дикая жара? И то, понимаете, этого недостаточно, он убивает эту тему, он убивает вообще всю тему тем, что он не возражает против того, чтобы люди сидели перед экранами компьютеров, не возражает он, хотя большинство из нас против этого возражает. Он находит выход, новый продукт дает, понимаете, то, чего от вас ждет вся наша страна. Вы же займете наши места. Вы будете давать новые продукты. Вот человек дает новый продукт, он говорит, пожалуйста, сидите перед компьютерами. Я вас уверяю, что эту идею, новую идею вы расскажете своим друзьям. Сидите перед компьютерами, но только занимайтесь вот этими вот не просто бездумными вот этими змейками и совершенно без движения компьютерными играми, а занимайтесь подвижными компьютерными играми. И все. И огромное количество людей в мире занимаются этим. Вот в чем все дело. Поэтому доказательство отстаивания своей точки зрения, объяснение своей точки зрения – это чрезвычайно важно. Alright, if you do not have anything to add, so that's that is it for today. На сегодня все. Я бы мог проводить дальше занятия, но очень большая тема была поднята, она должна у вас уложиться как-то в голове, вы должны обдумать все это. Мне не хочется сворачивать в другую сторону, осталось 2 минуты. So, if you have any questions, any ideas, any comments, I would be more than happy to listen to them. Любые предложения, пожелания, что сделать на следующем уроке, пожалуйста, я с удовольствием прислушаюсь к вам. Okay, if you don't have any questions, then на BBC там смотрите где. Ульяна, я сейчас хорошо, но поймите правильно, но эссе разобрать, ну давайте, ну тогда IELTS разберем эссе, чтобы это было. Я запишу IELTS разобрать эссе. Opinion essay на следующий урок. Это сложнее немножко, чем ЕГЭ, но принципы одинаковые везде. Значит, посмотрите, пожалуйста, вот моя страница в интернете. Углубленный английский, да? И если хотите, можете написать отзывы о моих уроках вот здесь, вот на этой странице, отзывы о моих уроках вот здесь. Reviews. И, пожалуйста, все те, кто хочет, вот, кто написал, я не нашел, где это BBC English, напишите мне в послание в группу, я вам обязательно отвечу и дам ссылки.
В группе, вы знаете, есть, вот видите, write message, все можно сделать совершенно, пожалуйста, пишите, с большим удовольствием отвечу. Не забудьте, что на следующей неделе, каждую пятницу, уже 5 лет мы проводим такие уроки, поэтому, пожалуйста, приходите, мы и описанием картинок занимаемся, и всем чем угодно, все на английском языке, единственное, что нужно обязательно говорить с вами, прямой разговор, только прямой разговор. Okay, if you don't have any questions, so that's it for today. It's been a pleasure talking with you, and hopefully I will see you next class. Okay? Thank you so much. Thank you. It's been my pleasure. And yes, and bye for now, and I will see you next class. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Goodbye. Thank you.